друзья, всем ассаламу алейкум. Или же, как говорит мой отец на своем канале, hello, my friends. В общем, сегодня у нас такое дело. Мы готовим, опять-таки, необычное блюдо. Сегодня у нас не курица, не утка, не гуси, не индейка. Сегодня у нас, дамы и господа, прошу любить и жаловать, цесарка. Хотя и многие, я думаю, что знакомы с этой птицей, но, скорее всего, немногие ее пробовали. Тем более по моему рецепту, тем более в тандыре. Не переключайтесь, будет интересно, и не перематывайте. Поехали. Доску взял. Друзья, 10 тысяч лайков. С вас 10 тысяч лайков. И я эту доску в следующем видео разрублю топором и подожгу на угли. Ну а пока она нам нужна. Друзья, сегодня я вам покажу маринад для цесарки в индийском стиле. Так что смотрите, может быть, что-то новое для себя откроете. Ну, я надеюсь. Удалим сальные железы, как вы у курицы удаляете, вот здесь вот хвостики. Также и у цесарки тоже удалим. Друзья, вот смотрите, я вам покажу их сейчас. Вот они. Вот это кушать нельзя, запомните. Ни у одной птицы. Это кака. Фу. Цып-цып-цып-цып. Так, друзья, разрежем цесарок вдоль грудки. Перевернем.
Друзья, раскрыв нашу цесарку, что это нам